Представляю ваше внимание главного тренера команды «Политех» Ларионова Станислава Анатольевича, главного тренера команды «Прогресс» Осинцева Евгения Николаевича. Станислав Анатольевич, подведите итог сегодняшнего матча. Да, подводить особо нечего. Я считаю, что проиграли мы абсолютно заслуженно. Проиграли во всех компонентах. Это и в игре 4 на 4, и 5-4 игра у нас не получалась. И в заряженности, и в мобильности. Поэтому тут особо комментировать нечего. Можно долго обсуждать, почему это произошло, но, наверное, мы будем это делать внутри команды, разбираться. Могу только добавить, что в моем, так скажем, присутствии, когда я пришел в команду, это, наверное, худшая игра, то, что при мне как бы получилось. И по большому счету, я не знаю, надо еще раз говорить, что будем разбираться, почему так произошло. Конечно, это такой небольшой удар для нас и для меня в частности, но, видимо, надо его тоже держать. Могу только поздравить команду «Прогресс» с хорошей игрой и заслуженной победой. Спасибо. Евгений Николаевич, ваш комментарий.